Андрей Анатольевич, с победой. Спасибо за игру. Матч сегодня получился тяжелым, как считаете? Мы ожидали, что он будет непростым. Такое своеобразное поле, это гасит мяч и при передачах верхом, и при передачах низом. И где-то первый тайм, наверное, у нас ушел на адаптацию к полю. По первому тайму, по содержанию, рваная игра, лишь несколько эпизодов, которые достойны внимания были для обсуждения. Но, несмотря на это, забили два мяча, опять же, гол со стандартного положения, что радует. Так, потихонечку прорвало. Два гола опять со стандартных во втором тайме. А второй тайм уже как бы более качественная игра была. И было похоже на футбол. Важно, что не потеряли. Очень важно, что не пропустили. И уже готовимся дальше к ноябрю, к Азербайджану и Дании. У соперника сегодня было два очень высоких защитника. У нас же нападающая Нелли достаточно низкая. Как планировали закрывать оборону в связи с этим? Габаритные игроки не всегда быстрые, а маленькие более юркие и ловкие. И за счет того, что выбор правильной позиции, правильные предложения, то, что есть у Нелли сильное, это можно было использовать. Добавить сюда же то, что в некоторой мере нам обличило игру, что некоторые лидеры Боснии не играли. К тем, кому готовились, ни Николич, ни Милинкович не играли. Но, опять же, есть над чем работать. Но хорошо, когда это при положительном результате. Продолжаешь работу над ошибкой. Сегодня Эльвира Тодова должна была играть в основном составе, но не вышло. Что случилось? Так бывает, поэтому есть три вратаря, есть определенные недомогания. Утром почувствовала боль в спине и решили, что правильно будет, если здоровый вратарь в полных кондициях будет играть. Уже можно подвести итоги сбора. Довольны ли вы тем, как все случилось? Результатом, да. А по качеству игры и по игре с Мальтой, и по игре сегодня. Ну, не то, что там прям будем разбираться, будем просто работать над ошибками, теми, которые были. Датчанки все матчи выигрывают очень крупно, вообще реально им противостоять. Здесь не надо быть вообще в принципе сильнее датчанок, да. Здесь надо в один день стать сильнее. Спасибо.